Ой, ой, привет. Доктор сказал, никакой работы. Иначе мы можем потерять малыша или малышку. Ну, да и твое здоровье может оказаться под угрозой. Так что никакой работы, витамины и покой. Давайте накрой. Ну, откажешься тогда. Ну, хорошо, можешь не отказываться. А хочешь, я тебя подстрахую? А что в этом такого? Ты что, устроить юбилей директора рынка или корпоратив йогов? Ты забыла? Я, между прочим, без 5 минут. Доктор наук, Нобелевский лауреат по математике. Дайте накрой. Никакой работы. Только витамины и покой.